Вера, надежда и любовь. Все это здесь и сейчас. Воплощенное в финале чемпионата мира по гандболу. От всей России, болеющие всем сердцем, всей душой. В составе сборной России есть только надежда. Надежда Муравьева. Но вера и любовь в этой команде, я вас уверяю, присутствуют. Финал. Финал чемпионата мира 2009 среди женских команд. Россия против Франции. И все готово к началу этого поединка. Представляют уже и судейскую бригаду, и судейский столик арбитрами, что немаловажно. Сразу сказать, наверное, являются датские признанные мастера свистка Гьедин Хансен. Ну и к матчу непосредственно после гимнов Франции и России. Садитесь, дамы, приветствуйте друг друга. Россия-Франция. Финал чемпионата мира. И никогда в решающих матчах ни чемпионатов мира, ни чемпионатов Европы, тем паче Олимпийских игр, не было такого противостояния. Не было такой вывески «Россия-Франция». Да, были игрища и запоминающиеся, и здесь уже играли на предварительной групповой стадии, точнее, на основной уже групповой стадии. И вот теперь финал. Мало кем ожидаемый, но от этого, конечно же, совсем не менее жгучий, обжигающий, интересный. Российская заявка на ваших экранах. И как и в последних матчах, без изменений она. За пределами 14 остались Марина Ярцева и Ксения Макеева. Короткая ремарка в их адрес. Барышни, красавицы, все в ваших руках, вы совсем еще молоды, и все ваши чемпионаты мира и большие победы, дай бог, даст бог впереди. А вот это 14-головая обойма российской сборной на победу, как всегда, клич оттуда из недр, все на выдохе, и все готово, и все готовы к началу этого финала. В равной степени с нашими, конечно же, готовы к нему и соперницы, которые, проиграв первые два поединка на чемпионате мира, затем выиграли все, без исключения, 7 игр. Вот и судите сами. И тем не менее, и при всем при том,
Перед финалом главное спортивное издание Франции вышло с кричащим заголовком: «Франция встретится с русским людоедом». Вот такая метафора, вот такие, ну прямо скажем, нетривиальные, да, журналистские слова. Итак, русский людоед в гандбольном обличии женской сборной России против команды Франции, против команды трехцветных. Начинаем мы в атаке. Инна Суслина в воротах. А в задней линии следующее сочетание. Андрюшина. Екатерина Андрюшина, номер 17. Надежда Муравьева, номер 18. Людмила Паснова, номер 5. Линейный Майя Петрова, номер 15. 1-0 ведем уже на 20-й секунде. Турей Дронина края. Эмилия Турей, 25-й номер. Татьяна Дронина, номер 6. С почином, Катенька. Какой тяжелый, какой тягучий для нее чемпионат. Но как здорово она вкатывает и себя, и нашу команду в этот финал. И дай бог. Ответ соперниц. Марьяма Синьяте стесняется бросать по первости. Посмотрим, что будет дальше. А вот ее второй заход на атаку. И потеря. Паснова. Петрова. Пробежка. Пробежка у Майи затормозила и саму себя, и собственную мысль. Синьяте. Еще одна потеря. Марьяма Синьяте. Дронина. Отдать, Танечка. Отдать. Нужный мячик. Конечно, Сераба Дембеле. Сумасшедшие быстрые ноги у нее. Безусловно, один из самых темповых, скоростных игроков мирового гандбола настигает сейчас Татьяну Дронину и срывает нам контратаку. Муравьева. 4-2. Мы сразу видим эти 4-2, эту активнейшую французскую оборону, которая сломила сопротивление российской сборной. Это была единственная до сей поры, до сегодняшнего дня, осечка подопечных Трефиловой. И было это на основной групповой стадии, когда, казалось бы, все было в наших руках. Середина второго тайма, ведем 4-5 мячей. Все получается, все хорошо, и тут как заклинило. 12 минут без голов российская сборная сыграла и в итоге уступила в один мяч, 23-24. Но мы не злопамятные, но память у нас хорошая, и злые мы по-спортивному. Так что все как один, мы, конечно же, ждем реванша. Алисон Пино. Ответный бросок разыгрывающего французской команды. Андрюшина с Пасновой. После двух ошибок в атаках, в переходах, в быструю атаку нужно проатаковать качественно. Паснова в линию на Муравьеву. Наденька блистательно действует. Великолепнейшее взаимодействие наших полусредних. Посмотрите. Вот это да. Вот это. Это русский гандбол. Уважаемые дамы и господа. И все только начинается. Все только начинается для нас сегодня. Камиля Глон, номер 5. Алисон Пино, номер 7. И Марьяма Синьяте, номер 24. Задняя линия французской команды. В линии Рафаэль Тервель, 20 номер. Края Кати Пьежо, номер 22. Сераба Дембеле, номер 17. Уроженка Сенегала Марьяма Синьяте комбинирует с выходцем из Мали Сераба Дембеле. И тут случается перехват. Вот так атакует разношерстная команда Франции. Увы, не удается удержать мяч Надежде Муравьевой. Многовато ошибаемся. Лишние слова про мотивацию, про мандраж говорить не буду. Марьяма Синьяте проламывает сопротивление Майи Петровой и сравнивает счет. Еще одна потеря российской команды. Пино не будет расставаться с мячом. Алисон Пино и забивает. Забивает француженка. И вот мы отстаем. На исходе 4-й минуты матча сразу пошли замены. Ошиблись. По чуть-чуть каждая. Петрова, Дронина. И вот замены. Замены и для Муравьевой. Сейчас Оксана Королева дополнит заднюю линию. Оксана Королева, Екатерина Андрюшина, Людмила Паснова. Края Дмитриева Турей в линии Веткова. Паснову ломает тут же на выходе Рафаэль Тервель.
Держись, Лика. Держись, родная. Как нужна нам подснова, не нужно никому объяснять, кто прошел. Прошел вместе со сборной Трефилова, пусть и по телекартинке, но весь этот чемпионат. И посмотрите, встревоженный взгляд нашего наставника, лучшая иллюстрация эпизода. Наш массажист, наш врач пока никаких отмашек вроде бы не дают. На скамейку, значит, все должно быть нормально. У Люды все знают. Все знают, и французы это знают тоже. Болит спина. И как играет человек с больной своей спиной, любо-дорого глядеть. Продолжается российская атака. Паснова в линию. Нет, не просовывает мяч Люда, к сожалению. И быстрый ответ французской сборной. Сераба Дембеле пробивает Инну Суслину. Сераба Дембеле 4-2 на исходе 5 минут игры. Теперь Веткову наставляет Евгений Трефилов, и она возвращается на позицию линейной. Ошибаемся очень много, порой неоправданно, но как можно оправдать нерв, как можно оправдать нормальное человеческое волнение? Да, небольшой втык от Пасновой Андрюшиной за неточный пас в задней линии Королева. Нет, там просто руки держат Ветковой, и она ничего сделать не может. Она там просто как будто столбиком стоит. Ну и француженки, посмотрите, нам помогают. Пас от Алисон Пино на Мариама Синьяте не точен. И ваш выход, наша звездочка. Наша красоточка, достойная самых лучших эпитетов на этом турнире, Татьяна Хмырова, номер 26 на площадке на правом полусреднем нынче. Ей вообще-то все равно, на каком из полусредних или разыгрывающем играть. В задней линии она везде комфортно себя чувствует. Хмырова! Что? Что? Пока даже без карточек. Пока датские арбитры обходятся внушениями. Елена Дмитриева, сложнейший мяч. Умничка, Лена. Умничка, очень хорошо. Очень технично. Амандин Лейно, вратарь французской сборной, не тащит пока. Пока не тащит. Сейвов вратарских вообще, кстати, еще не было. Вы заметили? Камиль Эглон. Алисон Пино и Мариама Синьяте в задней линии по-прежнему команды Франции. Ошибка с построением заслона. Но быстрого начала у нас не выходит. Инна Суслина. Вы обратите внимание, может быть, по телекартинке это не очень хорошо видно, но Инна, вот я вам скажу то, что не попало в трансляцию и не могло в нее попасть. Примерно за 15 минут до начала встречи, во время разминки, одна из партнерш по команде дальним броском, разминочным, но очень сильным дальним броском, угодила в лицо, и Несуслиной-то не успела среагировать. Немножечко, может быть, была расконцентрирована в тот момент. Ну, в общем, так или иначе, пропустила бросок прямо в лицо. И я вам скажу, что серьезная там была такая терапия, экспресс-терапия от врача и массажиста нашей команды, чтобы Инна подошла более или менее в порядке к началу встречи. Но пока мы видим, что ни одного мяча Инна не отразила. Но как мы надеемся на нее, здесь, я думаю, никому ничего говорить не нужно. Продолжается российская атака уже очень давно. И пора атаковать. Паснова, штанга за Францию работает. Было касание Амандин Лейно. И нам, таким образом, мяч достается обратно. Паснова с блоком на сей раз. И Амандин Лейно забирает мяч. Катип Ежо. Андрюшина не успевает. Катип Ежо не ошибается. 5-3. Точнейший пас, отмечаем, Амандин Лейно. Очень хладнокровно действовал вратарь. Инна Суслина на 9-й минуте матча отправляется на скамейку запасных. Таким образом, история, которую я вам только что рассказал, так скажем, повлияла уж как минимум на нашего вратаря. Отрицать это уже не имеет смысла. Ольга Левина на площадке в задней линии. Дмитриева, какой мяч! Ну а почему же? Почему же не наказывается хотя бы желтой карточкой соперник? Вот это мне непонятно. Ладно. Быстрое начало французской команды. Рафаэль Тервель 7 метров зарабатывает. Капитан французской сборной. Ну что, Поль Будуан, да, основная бьющая 7-метровая у французской команды. Она, по сути, она своими точными реализациями 7-метровых принесла победу. Команде Франции на
групповом этапе, но сейчас другая совсем игра. И штанга! Штанга за нас! Анна Седойкина. Пусть не отразила мяч, но, по крайней мере, смутила соперницу. Десятая минута, 5-4, не в нашу пользу. Хмырова, Левина, Паснова. В линию Маечка! Перекладина и 7 метров. 7 метров с досылом желтой карточки для Рафаэль Тервель. И наш единственный легионер в команде Эмилия Туррей на 7 метрах против Амандин Лейно. И мы не забиваем свой семерик. И у нас тоже подводит нервы бьющего пенальти гандбольный Амандин Лейно. Вратарь, хоть и 23-летний, совсем молодой, моложе даже нашей Анечки Седойкиной, которая нынче в воротах. Очень хороший, очень качественный вратарь. Амандин Лейно, блок, да, блок работает в помощь нашему вратарю. И не успевает Аня переместиться. С угла разыграют француженки Кати Пьежо, Камиля Глон, Тервель. Эглон. Сигняте. Да. Что? Две минуты. Две минуты Надежде Муравьевой. На Камиле Глон нарушены правила. И Муравьева отправляется отдыхать. Перестаралась Надя. Бывает. Сигняте. Пино. Эглон. В линию просовывается мяч, что нет. К сожалению, в ногу попадает мяч одной из наших девушек. Там в центре обороны, наверное, Майя Петрова. Продолжается французская атака. Пино! Проходит мяч. Седойкина еще и неудачно, по-моему, палец подставила. Полторы минуты меньшинства еще у российской команды. Паснова лезет на 6 метров на своих плечах, внося туда Камиле Глон. Наверное, не нужно ни в какой момент такого матча сваливаться на индивидуальные действия. Нужно подергать эту команду Франции. Наши девчонки, никаких у меня сомнений нет, на одну секундочку могут раздербанить эту оборону. Левина! Вот это техника! Вот это Оленька! Посмотрите, в одиночку после паса, казалось бы, не опасного паса по основой, работает блистательно Ольга Левина. Пьежо. А вот и Седойкина включается в игру. Пауза. Пауза, кричит Трефилов, и встают наши в позиционную атаку. Полминуты меньшинства. Один гол вы видели уже в меньшинстве от Ольги Левиной. Попробуем проатаковать еще разочек. Турей, Петрова, Паснова, Дмитриева. Бросок Людмилы Пасновой. Может быть, не самый сильный из ее арсеналов, но зато какой точный. Два мяча в меньшинстве. Ну что ж, вам не нравится? Мне да, мне нравится. Сейчас появится Надежда Муравьева в оборону у нас. 13-я минута, поровну, по 6 мячей загрузили в ворота соперницы. Синьяте, Пино, Дембеле, Эглон. Очень хороший вот этот правый полусредний у французской команды. Но еще, по-моему, ни одного броска, да, так и есть, Камиль Эглон не нанесла в этом матче. Может быть, бережет патроны. Но ничего, мы готовы, мы ждем. В смысле, наша оборона готова. Браво, блок как раз для Камиль Эглон. Ой, сильно, мило, сильно. Ах, как сильно и не точно. Пино. Синяте. Ошибка еще одна. В построении заслона это Амели Гуджо. Нарушает правила Королева. Левина. Блок. Увы, блок работает для Ольги Левиной.
Бросок по нашим воротам срывается. Срывается бросок у Алисон Пинова. Понятно, желание поразить оставленные Анной Седойкиной ворота. Аня выбежала на возможный перехват, на возможный пас на фастбрейк. И таким образом, вот видите, половинчатое решение Алисон Пино срывает еще одну французскую атаку. Количество потерь. Смотрим. 7 у нас, 6 у француженок. Петрова. Основа. Левина, а вот здесь уже все, здесь уже ждет. Это огромная, 1,89 м. Так, на секундочку, Марьяма Синьяте. И хрупкая, на тоненьких стройных ножках Ольга Левина против нее. Да-да, из-за боковой наш мяч будет. Амандин Лино работает хорошо, но недостаточно хорошо, чтобы лишить мяча российскую команду. А Левина, основа. И посмотрите, что Дмитрий вытворяет. Ох, какой гол. Три мяча уже. Три мяча Елены Дмитриевой к этой минуте. И российская сборная после того, как уступала в счете, на протяжении энного количества минут выходит вперед. 7-6. Еще один фол в атаке у команды Франции. Левина. Дмитриева. Гол! Леночка. И видит, видит она болельщиков сборной России, которые приехали. Ох, я сейчас, если начну перечислять, и все равно не жалко перечислить с удовольствием. Здесь группа болельщиков из Подмосковья. Звено такое, боевое ударное звено из Звенигорода подъехало. Количество человек... Так, 20-30 точно не могу сказать вам. Дальше. Студенты Нанкинского университета, учащиеся здесь, познающие науки в Китае, пришли болеть. Пришли китайские студенты, изучающие русский язык, болеть за команду Евгения Трефилова. Приехали люди с Дальнего Востока, представьте себе, сегодня встретили людей, из Благовещенска приехали. Все как один болеют сейчас. Ну и бог с ней. Бог с ней, с этой Марион Лемаль. Она вышла на площадку и забила нам седьмой мяч. Седьмой мяч своей команды. В общем, поддержка у сборной России, что надо. Французы тоже здесь есть на трибунах. Но в поддержке мы им точно уж не уступаем. Не уступаем пока и по счету. 8-7 ведем. Паснова! Грубо. Грубо против Людмилы Пасновой. Камиле Глон, желтая карточка. Вот это противостояние будет, наверное, едва ли не решающим. Паснова, Камиле Глон, помяните мое слово. И в атаке, и в обороне гол! Людмила Паснова. Людмила Паснова, человек достойнейший высочайших эпитетов. Человек на своей натруженной, больной, хронически больной спине, ведущий команду по турниру уже на третьем чемпионате мира подряд. Люда. Люда Паснова. Пятый номер. Сейчас отдыхает в обороне. Вместо нее Оксана Королева. Ошибка Алисон Пино. Пас в отрыв. И Левина. Неудачно действует в перехвате. По-моему, это была Марион Лемаль. Вот, смотрите, повтор. И Ольга Левина наказывает нещадно. 7-10 уже счет. 10-7 в нашу пользу. Так держать. Так держать. Три ведем. Вместо Эглон на правом полусреднем достаточно ранняя, я бы сказал, неожиданная замена Одри Деруан. Очень достойная тоже, но совсем молодая барышня. Вот 18 номер с мячом, еще одна левша в французской команде. Здесь, здесь, наш мяч. Оксана, здорово. Левина. И пас неточный. Пас неточный, срывается наш быстрый отрыв. Королева. Ежо. Королева против Деруан. Было 4 шага, но с нарушением правил с нашей стороны. И значит 9-метровый. 9-метровый будет только после того, как Оливье Крумхольц расскажет свою исповедь своим подопечным. Ну а мы послушаем и тех, и других. Et continuer à produire du jeu, soigner les réceptions
Et jouer correctement et enchaîner. Ne vous laissez pas enterrer la balle. Et replier plus vite au milieu. Вот они, наши болелы с большой буквы. Ну что ж, возобновляется игра. На 18-й минуте 10-7. Российская сборная впереди. Вы слышали слова Евгения Трефилова. И то, что просочилось в эфир, мне кажется, большей частью было посвящено оборонительным действиям. Да, как еще до начала турнира Трефилов говорил, что надо сыграть от защиты. Новая строящаяся команда должна играть от защиты. Так и продолжаем вплоть до финала. Пино останавливаем, не даем пройти на 6 метров. И пусть бросает с 9. И она не бросает, она уже отдает, ну а здесь атаки не будет. Бадуан, Лемаль, дальний бросок. Да, Анна Седойкина ладошку подставляет, но от нее мяч заходит в ворота. Вот Марион Лемаль, ну что ж, два мяча Марион Лемаль мы уже прочувствовали. Два из двух у нее есть. У нас двойной центр в атаке впервые сегодня. Майя Петрова. Неправильный заслон. Неправильный заслон Майи Петровой. Нет, не будет быстрой атаки, слава богу. Лемаль. Пино. Эглон. Камиль Эглон после небольшой паузы вернулась на площадку. А ее коллега на правом полусреднем Одри Деруан ушла на правый край. Она может также здорово, как и на полусреднем, может быть, даже чуть лучше, чем на полусреднем, сыграть на краю. А это ошибка. Это ошибка. Вновь передача. Диагональ. Амандин Лино. Шикарный перехват. Шикарный перехват. Турей. Столкновение. Амандин Лино и Поль Бадуан. Пауза. Конечно, необходима пауза. Поль Бадуан лежит. Тревожный взгляд Оливье Крумпольца. Евгений Трефилов, да, под действием в обороне, опять же таки, высказывается. Ну и, конечно, никому не нужны серьезные травмы. Доктора французской команды колдуют. А я тем временем вам в паузе расскажу, что накануне очень долго добивались французские журналисты интервью от Евгения Трефилова. Он обычно остерегается говорить, но на сей раз все-таки пошел навстречу французским СМИ, дал интервью французскому телевидению. Говорил достаточно развернуто, много, и говорил очень уважительно о, прежде всего, о своем коллеге, о Оливье Крумпольце, для которого это, между прочим, уже третий финал чемпионатов мира. Может быть, кто-то считает Францию выскочкой, но так вот Крумпольц работает уже 12 лет со своей сборной. С 97-го, там на стыке 97-98 год он пришел, и вот с тех пор продолжается длиться эра Оливье Крумпольца. Был финал 99-го года, проигранный француженками команде Норвегии и выигранный. Ох, какой сейв! Анна Седойкина, умничка родная. И выигранный француженками финал. Француженками финал в 2003 году у команды Венгрии. Драматичнейший финал, в котором француженки были на волосок от поражения и сумели добиться победы. Так что эта сборная генетически имеет очень стойкий боевой командный характер. Сейчас вот досталось, мы видим, Амандин Лейно, но она буквально так немножечко помотав головой, немножечко взбодрившись, вновь готова соревноваться. Кстати говоря, вот сейчас Рафаэль Тервель вновь грубо играет против нас в обороне, а именно против Татьяны Хмыровой. Та так, по-хулигански немножечко улыбается, я думаю, немного провоцируя соперника тем самым. Так вот, Рафаэль Тервель. Рафаэль Тервель — единственный выживший в команде Франции со времен победы 2003 года. Рафаэль Тервель — капитан, что естественно, в этой сборной. Семиметровый Татьяна Хмырова тем временем великолепными индивидуальными действиями зарабатывает.
И на 7 метров после того, как Туре не сумела забить, кто выйдет? Дмитриева. Елена Дмитриева, уже забившая 4 мяча, но к 7 метрам еще не подходившая сегодня. Ай, краса... Ой-ой-ой-ой-ой! Елена Дмитриева, посмотрите, забросила мяч и тут же вот так стала подниматься, победный жест демонстрируя, и попала Алису Пино по лицу, но там вроде бы все нормально, по крайней мере, никакого негатива лишнего это не внесло в игру. Рафаэль Тервель, этот человек, 20 номер, я имею в виду, может сыграть чуть ли не на любой позиции на площадке, настолько универсален этот игрок. Тем временем Сераба Дембеле, первый раз до нее так вот чисто доведен мяч, и Сераба Дембеле забивает свой позиционный гол, первый в сегодняшнем матче. До этого она реализовала фастбрейк. Ну вот, вот так вот. Заступ у нас в 6 метров соперниц. Ненужные совершенно на ровном месте ошибки совершаем в атаке, позволяя сопернику прийти в себя, перестроиться, что-то другое предложить нам в своей атаке. Вот посмотрите, Рафаэль Тервель начинал игру в линии. Вообще изначально это игрок края. Игрок левого края, переквалифицировавшийся в линейную, потому что линейных действительно экстра-класса у Франции нет. А сейчас, посмотрите, в розыгрыше и постоянно пристраивается туда вторым линейным. Вот Рафаэль Тервель. Отлично, стяжка направо. Одри Деруан. Одри Деруан. 2 минуты в догонку эпизоду Татьяне Хмыровой. Давайте смотреть, за что выгоняют арбитры Татьяну Хмырову. На Камиле Глон она палит. Где повтор? Где повтор? За что арбитры выгоняют нашего игрока? Второе удаление у российской команды в сегодняшнем матче. Три Дуруан, правда, это нарушение не мешало атаковать, а значит, мяч у нас остается. Но где повтор-то? Да, привет трансляционщикам. Майя Петрова в линии, Андрюшина с мячом. Андрюшина Спасновой у нас в задней линии. Петрова столб и... Дронина, Дмитриева края. Основа. Да-да-да, эта пауза связана с тем, что арбитры призывают не заступать за край площадки Елену Дмитриеву, иначе могут мяч отобрать. Больше предупреждений, боюсь, не будет. Вот так! Вот так! Вот так! Бросает Людмила Паснова. 12-9. Минута. Минута еще в меньшинстве. 7 минут до перерыва. 3 мяча российского преимущества в счете. Эффективность бросков на ваших экранах. 2/3 бросков российской команды к этой минуте достигли цели. Дембеле. Пьежо, подбор ее. Тервель. Расставится еще раз Франция. Анна Седойкина. Великолепные действия нашего номинально второго вратаря. Еще раз напоминаю, что Инна Суслина получила очень болезненный удар в лицо мячом от своей же партнерши на разминке перед самым началом матча за 15 минут. И, конечно, после такого, ну не нокаута, конечно, нокдауна точно, не сразу пришла в себя, получила несколько голов, уступила место Анне Седойкиной. Посмотрите, Анечка на данный момент 3 из 7 уже отразила. 12-9. 12-9. Полный состав у российской сборной на площадке. Виктория Желенскайте. 21 номер впервые на площадке появляется. Андрюшина. Ошибка Екатерины Андрюшиной. Мяч выскочил, выпрыгнул из руки непослушно. Себя повел Тервель. Синьяте. Я, честно говоря, жду вот комментаторской позиции. Сейчас не могу сидеть, стою, честно вам скажу. Стою и жду, когда крупным планом покажут
Рафаэль Тервель 20 номера и хохму от Евгения Трефилова вам расскажу, коротенькую, но... Ну, фу, ладно. А пока пропустили. Пропустили мы бросок с 9 метров. Умею, что уж тут говорить. Француженки атаковать с 9 метров есть у них. Бросковые люди. Хорошо подготовленные. Тайм-аут Евгения Трефилова. Евгения Трефилова ровно за 5 минут до конца первого тайма. 12-10. Счет. Претензии, конечно же, налицо. Слушаем наставника. По снова, по ходу тайм-аута вы видели, пыталась что-то объяснить кому-то из партнерш, как ее осек Трефилов. Несмотря на то, что, конечно же, непререкаемый лидер и авторитет в этой команде. Это Людмила Паснова. 12-10. Посмотрите, отодвигают даже за кадр трансляции персональной опекой Амили Гуджо, второй номер, Людмилу Паснову. И вот 5 на 5. Теперь мы атакуем Хмырова. Жилинскайте. Вику вяжет Камиле Глон. Хмырова. Хмырова должна здесь помочь, конечно. Жилинскайте. Жестко против Виктории играют. И 2 минуты для Марьяма Синьяте. Ничего, ничего. Держись, родная. Держись, маленькая. Это только начало. И финала, и карьеры тоже. Ударилась головой, по всей видимости, Виктория Жилинскайте. Трибуны скандируют: «Вика, Вика, держись, держись, конечно». Остается на площадке Виктория Жилинская, ты умница. Ну что ж, первый раз мы имеем численное превосходство. Жилинская это на левом полусреднем. Паснову в розыгрыше, Хмырову правый полусредний. Хмырова! Нет, нет, не врывается Таня. И было касание Сераба Дембеле. Паснова. Дмитриева! 7 метров. 7 метров толкнула француженка Елену Дмитриеву. Толкнула, та ударилась, вы видите, локтем. После приземления Амандин Лейно мяч отразила. Отразила. Кто 7 метров у нас исполнит? Дмитриева остается на семеряке после удачного предыдущего исполнения. Браво! Елена Дмитриева по-прежнему не знает промаха в сегодняшнем матче. Из 13 мячей команды 6 забивает Елена Дмитриева. Вот скажите, вы могли себе представить, что именно этот человечек, именно этот игрок, этот хрупкий левый край российской сборной такую ношу вытянет к исходу первого тайма? Браво, Елена Дмитриева, просто умничка. Пино. Тервель. В линию не проходит. Там Муравьева замечательно играет на игрока. Рафаэль Тервель показывает. Пауза, пауза, пауза. Да, мяч вскакивает за площадку. Анна Седойкина спешит за ним. Но мы сейчас поменяемся чуть не полным составом. Три человека, оборонявшись, садятся на лавку. И у нас выходит Жилинскайте, Паснова, Хмырова. В задней линии Петрова, Турей, Дронина. Хмырова! Татьяна Хмырова просто перевисела вратаря, когда опустилась Амандин Лейно, спокойно, поверху, без каких-либо вариантов для французского вратаря. 14-10 завершается время удаленной Марьяма Синьяте, она появляется на площадке. Тервель, Пьежо, Эглон, Синьяте сама пойдет. И проатакует точно. Марьяма Синьяте.
И еще одно падение. Падение болезненное для Кати Пьежо, но, по-моему, там ничего не было. В повторе было видно, что Майя Петрова там пыталась отсечь эти заслоны Кати Пьежо, но, тем не менее, все равно заслон сработал, помог Синьяте. В порядке Кати Пьежо. 2:20 до конца первой половины. Три мяча российского превосходства. Турей, Жилинскайте, Паснова и Хмырова. Хмырова. Да, она лезет. Лезет без всякого страха и упрека на эту огромную 24-го номера французской команды. Да. Петрова. Жилинскайте. Блок. Блок для Вики. Вот французская оборона, Амандин Лейно забирает мяч. И Виктория Жилинскайте возвращается в оборону. Тервель, Пино, мимо ворот. Был небольшой рикошет от блока. И полторы минуты играть, Франция продолжит атаку. Ежо, Пино. 6-0, 6-0 сейчас мы обороняемся. 6-0, по-моему, неприятная расстановка для Франции. Им бы, наверное, больше бы хотелось 5-1 российский увидеть. Ну да ладно, Синьяте вновь ошибается в передаче в линию Дембеле. Нет, ну с пробежкой, да, и вот почему-то решает арбитр, один из датских арбитров, что Вика Жилинскайте, ну, пожалуй, что да, может быть. Только, может быть, не на 2 минуты, а на 9 метров, но это уж закон. Он суров, конечно, но, наверное, справедлив. Минута 15 играть. 2 минуты для Виктории Жилинскайте начинают свой отсчет. Плохой пас Марьяма Синьяте на Дембеле. Эглон. И пусть атакует. Браво, Анна Седойкина! Брюшным прессом! Как стеной отражает этот мяч. Последняя минута. Последняя минута финального матча чемпионата мира. Россия в атаке в меньшинстве будучи. Дронина. Андрюшина. Турей. Неужели сама? Нет. Еще подергать можно. Конечно, Хмырова. Здесь Синьяте. Ну, тут да, тут персональная опека. Не надо сомневаться. Не выдвинут никто. Но, тем не менее, как только начинает Хмырова движение к 6 метрам, тут же Синьяте вырастает перед ней. 20 секунд играть в первом тайме. Петрова, Андрюшина, Турей. Заступы Эмилии Турей. 15 секунд есть у команды Франции проатаковать. Должны подсказать со скамейки. Гуджо. Завязать. Завязать и просто не дать возможности бросить. Все. Закончен первый тайм. Не точна была Камиля Глон. Последние свои бросковые попытки. Остается она, кстати говоря, на паркете, тоже боль испытывая. Конечно же, это битва. Это битва за золото чемпионата мира. Выдыхаем. Выдыхаем, приходим в себя и с новыми силами болеем за наших, болеем за своих в финальном матче чемпионата мира. Перерыв. Второй тайм и 30 минут еще как минимум этого финала. Кто-то его расценит как попытку взять реванш за поражение на групповой стадии, а кто-то развернет наоборот с французской, допустим, стороны и скажет, что нет, не поквитались еще француженки за поражение на Олимпиаде в Пекине и хотят это сделать здесь и сейчас в финале чемпионата мира тоже в Китае. И вот вам, пожалуйста, географическая еще аналогия, параллель. Победа России в южной, в северной столице, прошу прощения, в северной, конечно же, столице Китая, Пекине. Французы готовы променять на победу в южной столице, прежней столице, древней столице Китая, в Нанкине. Итак, 14-11, преимущество российской сборной, и наш соперник начинает мяч, начинает тайм в атаке. На игрока меньше у российской команды Синьяте. Ну что ж, и так сойдет. Не дали бросить Синьяте, и уже хорошо. Пино.
Дмитриева. Ежо. Эглон. Подняты руки арбитров и пора атаковать. Синяте. Очень точный бросок проходит рядом с ногой у Анны Седокиной. С другой стороны, можно сказать, что и не повезло нашему вратарю. Вроде бы все сделала хорошо Майя Петрова до конца, сопротивляясь этому прорыву Синяте, но все-таки неудачно. Итак, полный состав у российской команды. В задней линии у нас Хмырова, Левина, Паснова. Все как одна. Индивидуально сильные игроки задней линии и очень креативные. Тоже как одна. Два представителя волгоградского «Динамо» и Люда Паснова из тольяттинской «Лады». Татьяна Хмырова. Ну что ж, свой технический арсенал она не устает растрачивать на каждого из соперников. И вот вам, пожалуйста, бросок, который ей удается очень стабильно и очень здорово. Поверх голов атакующих, когда они просто не успевают рук поднять, чтобы помешать Хмыровой. 6-0 стоим. Камиль Эглон, Алисон Пино и Мариама Синяте в задней линии у наших соперниц. Пристраивается в линию Крафаэль Тервель, там Дембеле. И дальний выстрел Мариама Синяте неточный. Трещит, но не ломается рекламный щит за воротами Анны Седокиной. И внешне пока все очень спокойно. И на нашей скамейке, и, по-моему, на площадке тоже. Хотя насколько без эмоций можно за этим наблюдать, судить не мне, это уж точно. Левина. Мырова. Паснова. Левина. Рафаэль Тервель. Вот я дождался этого крупного плана. И вот вам, пожалуйста. Евгений Трефилов называет Рафаэль Тервель, объясняя что-либо своей команде, не иначе, как Вася Коля. Больше ничего не говорю, дальше додумайте сами. Почему все так? И тот, кто знает хоть немножко Трефилова, я думаю, что догадается и легко. Продолжается российская атака. Майя Петрова на Паснову. Короткий розыгрыш. Левина с блоком атакует Оля. Все чисто со стороны французской обороны. А вы увидели, наверное, уже, что смена вратаря произошла во французской рамке. Там Клеопатра Дарлё. 20-летняя, совсем юная, цветочек и еще совсем барышня в воротах команды Франции. Невысокая для вратаря, кстати сказать, совсем. Но настолько многообещающая, что, посмотрите, не пошло у Лейно и она. Она занимает пост номер один. Ну и пропустила пока она мяч только от Татьяны Хмыровой. Камиль Эглон. Катип Ежо. Эглон. Браво блоку нашему. Ах, как жаль. Ну что ж такое. Большой заступ зафиксирован арбитрами. Ну что, перестраиваемся на 5-1. Так незаметно и для себя, и для соперниц. Хотя нет, я думаю, что для себя-то уж, конечно, мы все определили заранее и очень точно. Дмитриева, посмотрите, вот как предлагает она обороняться. Она как бы кислород перекрывает сразу двоим задней линии. А здесь Катип Ежо, атакуйте с краю, да. Была такая установка от Трефилова. Выдавливаете их из задней линии, пусть скидывают на края, а там уж попробуем. Нет там никаких выдающихся личностей. Ни на правом краю, ни на левом. Ну и, собственно, пока мы в этом могли убедиться. Весьма и весьма. Ну что ж, наша атака. И пора уже, наверное, забить нам. Увы, но на игрока. На игрока показывает арбитр. Пино. Эглон. Пино. Ах, чуть-чуть не случился перехват. Чуть-чуть не считается, естественно. Пино. Очень технично, очень здорово. После 5 минут второго тайма финала чемпионата мира. 15-13. Я не буду никаких параллелей ни в коем случае на протяжении второго тайма проводить с матчем основного раунда. Все. Кому нужно, тот запомнил. Те, кто не запомнил и не видел, тем и не обязательно. Ох, какой пас проходит на Сераба Дембеле. Да. Великолепный пас через всю площадку. Клеопатра Дарлё, посмотрите. Ну это супер, конечно. Это экстра класс.
Аня Седойкина не сумела успеть на перехват. И гол по пустым воротам. Мы пропускаем, ничего страшного. Забыли и проатаковали снова. Провернули свои комбинации. Паснова! Клеопатра Дарлё. Не дают нарушение правил на Людмиле Пасновой. Мне непонятно вообще почему. Там чуть ли, по-моему, не с колена шла на Людмилу Паснову соперница. В последний момент они открыли коридор для Пасновой. Люда дерзновенно туда рванула. Ну и посмотрите, она никак разогнуться не может после этого столкновения. И все равно бьется, продолжает участвовать в атаке Людмила Паснова. Ей пас. Дмитриева. Ох, какой гол! Лена продолжает просто бомбить французские ворота. Класс. Прямо под планку. Посмотрите, 7 из 7. Идеал. Просто идеал. Уже не сглажу, потому что 7 мячей в финале — это уже фантастика. 16-14. Пино. Синьяте, Пино, Эглон. Задняя линия практически не меняется в финальной игре. Кислорода должно не хватить этим молодым да ранним. Ну а пока Алисон Пино очень технично атакует с дальних рубежей. Очень хлестко, очень сильно, очень здорово. И еще один, буквально-таки, тинейджер французской команды, блондин Дансет на площадке под третьим номером. Вот так ближе к нам всего третий номер. Самая-самая юная во французской команде. Петрова. Левина. Паснова. Левина и Туре с правой руки, с правого края. Это очень сложно. Конечно, сложно. И Клеопатра Дарлё отражает мяч ногой. Быстро француженки пытаются атаковать. Веткова. Веткова прерывает. Прерывает пас на край. Екатерина Веткова пытается выдавливать сейчас персонально Алисон Пино. Персональной опекой. Синьяте. Отлично. Отлично помогает Паснова Петровой. И Мила. Ну что ж, она вылавливала сложнейший мяч. Сложнейший мяч. И просто нужно было выкинуть его хоть как-то. Она это сделала, но попала, увы, во вратаря. Ну вот видите. Вот видите, оправдывает себя по началу второго тайма замена вратаря. И Амандин Лино, отразившая за первый тайм всего лишь 5 мячей из 19, просто бледно смотрится на фоне своей сменщицы Клеопатры Дарлё. Сейчас она отразила к этой минуте из 5-3. Ну, конечно, это пока не показатель, наверное. Еще мало слишком времени прошло, но все-таки. Сераба Дембеле в сложнейшей ситуации сейчас атаковала. Левина. Муравьева. Турей. Муравьева. Пошли замены. Муравьева с Турей меняются. Дронина с Пасновой появляются на площадке. Дронина на правый край, естественно. И два центра у нас. Два центра, не используя их, атакует Елена Дмитриева. Ну что Леночка вытворяет? Вы знаете, за время чемпионата мира так вот немножко приклеилась к ней полушутливая, полутакое немножечко... Ну такое, знаете, с девочкой, с небольшой такой нормальной человеческой, прозвище богиня. Так вот сегодня она без всяких каких-то подколок и прочего... Внутрикомандного она просто богиня. 8 из 8. Елена Дмитриева. Дерван. Тервель. Клудин Минди. Темнокожая под 8 номером спортсменка появляется на площадке. Перехватываем мы все-таки мяч, казалось бы, но все-таки с фолом для Рафаэль Тервель, которая разыграла 9 метров. Дерван. Пусть атакует отсюда, пусть. Отлично, ждала Анечка этого мяча, ждала, умница. Левина. 10 минут сыграно во втором тайме. Дмитриева. Паснова. Левина. Да-да, позиционно. Теперь снова, похоже, хотел быструю атаку увидеть Евгений Трефилов, но не вышло. Дмитриева. Паснова. Петрова. Майя развернуться. Ну а где? Где 7 метров-то? 10 минут сыграно
во втором тайме. 9 метров лишь для нашей команды. Петрова завязывают Майю. Паснова. Дмитриева. Паснова. Блока не было. Показалось, что по блоку мяч улетел выше. Нет, не было. Этого Клодин Менди. Раба Дембеле не будет. Не будет атаковать сама. Клодин Менди. Падает, по-моему, от первого же прикосновения к ней. Марион Лималь вместо Мариама Синьяте на левом полусреднем. Вот она там с мячом. 21 номер. Деруан. Пино. Лималь. Деруан. Очень хорошо. Очень хорошо. Не дали вариантов для передачи Алисон Пино. Хорошо. Хорошо играют в обороне наши. В атаке прибавить только. Не вылавливает Петрову пас. Муравьевой не вылавливает. А Надя, по-моему, все сделала как надо. Лималь. Отличный пас. Отличный пас. В аут от Марион Лималь. Дембеле не справляется с его обработкой. Количество потерь, вы видите, практически равное. По 14, кстати говоря, на данный момент у меня на мониторе. По 14 потерь. Это достаточно много, но это финал. И ставка здесь велика настолько, что на количество никто не смотрит. Все смотрят только на качество. Качество итога. Перехват. Перехват Марион Лималь. Дансет. Пробежка. Пробежка у... Блондин Дансет, Татьяна Дронина. Браво, Таня! Ах, как вовремя стреляют, это наше тайное оружие. Впервые в сегодняшнем матче отличается Татьяна Дронина. А между прочим, кто знает, кто помнит, что это самый возрастной игрок. Единственный игрок, перешагнувший 30-летний рубеж в российской команде. Игрок, для которого это первый чемпионат мира. Первый большой турнир в жизни. И представляете, как смотрит с высоты всей своей карьеры игрок на все это. Знаете, какая ответственность внутренняя для самой себя. Туррей! Ну что ж, в опорную ногу Клеопатре Дарле попадает этот мяч. Пожалуй, что, наверное, Мила умеет лучше, сказал бы я в этой ситуации в каком-то другом эпизоде, но больше таких реплик себе позволять не буду. Три мяча ведем, пошли замены. Камиль Эглон и Одри Деруан на ближнем для нас с вами правом краю. Здесь полусредний и край поменялись местами. Лималь, Седойкина. Анна Седойкина. Великолепно играет наш вратарь еще раз. Туррей! На сей раз точно! Исправляет свою же ошибку Эмилия Туррей. Отличный своевременный пас Ольги Левиной. Ну и какие быстрые ноги. Посмотрите, быстрые ноги Эмилии Туррей. 19-15. Середина, почти середина уже второго тайма. Эффективность бросков по проценту чуть упала у российской сборной. Было аж 67% по первому тайму, но мы видели, сколько сейвов Клеопатры Дарле. И сейчас, кстати говоря, она уступает место обратно Мандин Лино в рамки французских ворот. Мариама Синьяте, пятый гол ее сегодня. Она вместе с Алисон Пино лучший бомбардир. Паснова. Андрюшина. Никакого нарушения правил. Никакого. Лодин Минди, наведение, Лималь, плохой пас. Жаль, могли все-таки успеть перестроиться, отобороняться, но не получается. Да. Тяжело было людям здесь справиться. И 19-15 очень скоро трансформируется в 19-17. И вот она как раз подоспела, середина второй половины. 15 минут еще финала. Точка кипения близка. И кто к ней подойдет с более трезвой головой, мы увидим. Обязательно увидим.
Мырова, Дембеле. Две минуты для Татьяны Хмыровой. Еще одно двухминутное удаление для Тани. Еще одно двухминутное удаление будет означать красную карточку. Ну, сорвала. Сорвала очевидную голевую атаку соперниц такой ценой Татьяна Хмырова. 19-17. И в обороне в меньшинстве российская команда. Пино. Лималь будет атаковать. Думаю, что Марион Лималь будет атаковать. Была бы атака, думаю, Марион Лималь, если бы не ошибка Камилия Глон. Веткова! Браво, Катя! Великолепный сольный прорыв. Смело, прямо по центру ворвалась, забила свой трудовой, быстрый гол. Екатерина Веткова. Пусть позиции не получается. Вот так забьем. Вот так забьем в меньшинстве. Клодин Менди, Лималь, Бадуан. Потеря французской команды. Еще одна в атаке в большинстве. И торопиться не стоит. Ох, не стоит. Послушайте, наши болельщики здесь. Семь метров, Екатерина Андрюшина с двумя минутами. Да, все правильно, улыбаться начал Трефилов, как будто уже не дождался наш тренер двухминутного удаления, но две минуты последовали, пыталась как могла там подставляться Марион Лималь, но в итоге двухминутное удаление, я так понимаю, что для Поль Бадуан, да. А Марион Лималь сейчас там... получает ледяную примочку на лоб, потому что там падение, конечно, было болезненно. Ну что ж, везет Франции, везет. Туре не забивает второй пенальти к ряду. Пять на пять, еще 40 секунд будет такая ситуация на площадке. Синьяте, Пино, Тервель в розыгрыше. Пино сама пойдет. Заступ у Алисон. Пино. Быстрое начало. Веткова. Сама Катя. Гол! Веткова Катя забивает второй гол тогда, когда нужно было. Семнадцать минут сыграно во втором тайме этого финала. Финала, между прочим, четвертого финала для Евгения Трефилова. Четвертого финала чемпионата мира. Отлично, на Веткову классный пас. Турей! 7 метров, не дотерпел после приземления, показывает датский арбитр, атаковала Турей, поэтому он назначает 7-метровый. Конечно же, Миле хотелось бы забить с игры, потому что 7-метровые сегодня у нее не идут. Ну что ж, Елена Дмитриева, звезда сегодняшнего матча, безо всякого преувеличения, подходит к точке наказания. И наказывай, Лен, пожалуйста. Пижонство. Это пижонство, Лен. Ненужное пижонство. Да ничего страшного, ничего. 25 секунд меньшинства у команды Франции, которая никуда не торопится, при том, что проигрывает 4 мяча. А мы эти 4 мяча ей пока этой Франции везем. 12 минут. Осталось до конца второго тайма. Деруан. Фол в атаке. Андрюшина. Нет, не стала Катенька делать быстрый пас вперед. И, наверное, правильно. Королева. Андрюшина. Сама Андрюшина решает эпизод. И как же вовремя она это делает. Как же вовремя. Тайм-аут Оливье Крумхольца. Лучшая реакция, которая только могла быть со стороны французской сборной. Ну и нам перерыв не повредит. Мы видим, что Майонель.
Ну что ж, практически не слышали мы, к сожалению, слов Евгения Трефилова, только эмоциональные крики. Но сейчас вот именно на этой инерции, общекомандной инерции духа нужно пройти оставшиеся минуты финала. 22-17, преимущество российской сборной. Синятея и Анна Сидолькина. Сложнейший, сильнейший бросок полусреднего французской сборной отражает. Паснова, Люда, Муравьева, Дронина. Ой-ой-ой, потери у нас. Пино против Сидолькиной. Переигрывает нашего вратаря Алисон Пино. Скажу вам наперед, этот игрок кое-что заработал по итогам этого чемпионата, но об этом позже. А пока российская атака. Андрюшина, Муравьева, Паснова, задняя линия. Турей отправилась на правый фланг после ошибки Татьяны Дрониной. Ну а Дмитриева, соответственно, на левом краю. Паснова. Фол в атаке Людмиле Пасновой. Возвращается как может быстро Людмила Паснова в оборону. Синяте, Пино. Отлично действует Надежда Муравьева. Высший класс оборонных действий. Синяте, Пино, Эглон, Ежо. Эглон. Тервель выгоняем. Даже не то, что там с 6, с 9 метров выгоняем. И потеря француженок. 10 ровно играть. Плюс 4. Только плюс 4. Петрова вместо Ветковой в линии. Сзади у нас сочетание Андрюшина, Королева, Паснова. Королева. Нет, Людмила. Людмила Паснова. Да вот сейчас получит мяч. Перекладину бьет Людмила Паснова. Две атаки подряд Люда неудачно проходят. И вообще сегодня, пожалуй, что ее не лучший матч. Лишь 3 броска из 12. Да, это, конечно, очень мало. Процент не пасновский. Но не важно, мы сейчас на это просто закроем глаза, потому что это финал. И потому что Люда Паснова все равно все всем уже доказала, и не однажды. Будуан. Эглон. Ежо. Под дальнюю штангу красивый бросок французского края. Ну что ж, Дмитриева пошла на подстраховку, открыла свою позицию, свою зону. И Катип Ежо этим воспользовалась. Ну что ж, 2 подряд французских мяча. И, соответственно, плюс 5 сползает на плюс 3 для российской команды. Левина. Андрюшина. Петрова. Фол в атаке. Я не понимаю, от чего там увидел арбитр фол в атаке. Не понимаю я. Просто не понимаю, честное слово. Не видел. Если что-то вы видели, то каюсь. А так, честно говоря, не понял. Пино, Эглон и Синяте в линии Тервель. И Будуан, Пьежо, края. Эглон, Пьежо, мимо! Мимо бросает Кати Пьежо. Не убеждая арбитров в том, что можно здесь было ставить Семерик. Хмырова, Левина, Андрюшина. Самая легкая, самая подвижная у нас сейчас задняя линия, какая только может быть у нас на этом чемпионате. Левина. Сама Оленька прорывается. Сбиваемся на личные опять индивидуальные усилия. Не нужно этого. Мы умеем их обыгрывать. Хмырова. Ее, конечно, тут ловят. Марьяма Синяте. Какая бы ловкая Хмырова не была, все равно там клещи, будь здоров. Хмырова вылавливает сложнейший мяч. 7 метров. Татьяна Хмырова выпрашивает буквально 7 метров и 2 минуты для Поль Будуан. Да, за майку хватают Таню абсолютно явно, и 7 метров. Турей уже готовится бросать. Точно! Вот когда Мила забивает свой семерик. Забивает наконец. И слава богу, отлегло. Думаю, что хотя бы у Милы отлегло.
Потому что два незабитых подряд 7-метровых в финале, это, конечно, это много. Ну что, ладно, забыли, забили сейчас, и это обороняться нужно. Мяч не наш. К сожалению, Пьежо махнула мимо мяча, хотя к нему и стремилась. Минди. Синьяте. Выгоняем, выгоняем француженок. В линии-то нет никого, они в меньшинстве. Синьяте, дальний бросок между ног Анни Седойкиной. Попадает мяч. В меньшинстве француженки забивают. Забивали мы, теперь вот и француженки могут себе такую роскошь позволить благодаря индивидуальному усилию Мариама Синьяте. И этот игрок, прямо вам скажу, номинирован на этом чемпионате. Но это все впереди, это все впереди. А пока тайм-аут Евгения Трефилова на 54-й минуте игры. Минут, 5,5 минут играть. Сейчас у француженок появится шестой полевой игрок. Нам не нужно торопиться. Нам нельзя торопиться. Нам нужно все аккуратненько сделать сейчас. 5 минут ровно, 4 мяча российского преимущества. Левина, Хмырова. 2 минуты. Должно быть 2 минуты. И что? Это не 2 минуты? Спрашиваю я. Непонятно кого. Левина! Штанга. Штанга после броска Ольги Левиной. Тяжелая была позиция. Еще тем более в ближний угол пыталась завалить мяч. Ольга Левина неудачно. Равные составы на площадке. Камиль Глон, Алисон Пино и Мариама Синьяте. Не меняет. Не меняет и делает ставку, финальную свою ставку Оливье Крумхольц на этих игроков. В линии Тервель. Вася Коля. Эглон. Пино. Пино. Поднимать руки будем, это я к арбитрам. Заходит мяч. Сумасшедший просто по силе мяч от Мариама Синьяте. 4 минуты, 24-21. Без паники. И все. 4-2. Активная оборона команды Франции. То, чем ловили француженки уже ни одного своего соперника здесь. Рафаэль Тервель и Алисон Пино на выходе работают против наших. Левина! Пробежка у Ольги Левиной. И пас! Пас! За пределы площадки. Вот Мариама Синьяте. Не нужно, не нужно, Люда. Пожалуйста, услышь. И что это? Опять не 2 минуты? Опять не 2 минуты? Пауза. Пауза и что? И сейчас тут товарищ у судейского стола выпишет 2 минуты Евгению Трефилову. Нет, желтую карточку выпишет.
Слава богу, хоть желтые, господи. Миротворцы. Ничего, ничего, Евгений Васильевич, вы терпите. Дай бог здоровья. А мы-то уж как-нибудь. Три мяча. Три мяча и 3:30 до конца. Основа Левина Хмырова. Бедная хрупкая Левина попала под эту огромную синьяты. Не было никакого нарушения свистнуто. Ох. Что ж. Хмырова. Левина поднимает руки арбитры. Гол! Левина Ольга! 3 минуты и 4 мяча ведем. Двухминутное удаление для Елены Дмитриевой за умышленную, по мнению арбитров, игру ногой. Меньшинство у российской команды. Очередная пауза. Пино. Синьяте. Держаться, стоять. Молодца, молодца Оля. Здорово выгнала. Пино. Дембеле в аут. Дембеле бросает в аут. Нет, я не скажу этого. Я не скажу, я потерплю еще 2,5 минуты. 25-21. Паснова. Муравьева. Суслина. Турей. Это я не сошел еще с ума. Я просто вам перечисляю двукратных чемпионок мира в этом составе сборной России. И вот они на пороге своей третьей величайшей победы в карьере. В составе этой сборной, собранной буквально-таки по детальке после Олимпиады, скропотливой, каждодневной практически работы, причем сопряженной в клубе для Евгения Трефилова, Левина. Мы играем с этими француженками в кошки-мышки на последней минуте, на последних минутах чемпионата мира, финала чемпионата мира. И попробуй-ка ты отними. Паснова, руки арбитров подняты. Перекладина, мило поймать, подбор за нами. Все, все, вы выдержали. Будет желтая карточка, да, помощнику Оливье Круппольцу, Эрику Борода, но нам эти цвета уже не важны. Наши цвета сегодня белый, синий, красный. Наши цвета сегодня совпадают с французскими, но только их цвета — это цвет серебра, а мы сегодня отольем все в золото. Гуляй, Россия! Перехват. Все-таки случился перехват. Я не знаю, через сколько. По-моему, через 1,5 минуты у француженок в обороне. Пусть забьют. Пусть забьют. Хоть два. Честно сказать, от щедрой русской души не жалко. Пятьдесят секунд. Просто. Просто терпеть и слушать трибуны можно при этом. Там кричат «молодцы». Молодцы, не то слово. Золотцы, умницы, красавицы, любимые, лучшие. Левина руку ей отрывает, это синьяте. Чтоб ее, это синьяте. Двадцать семь секунд до конца финала, который мы уже выиграли. Почти трехнедельный сумасшедший марафон. Трехнедельный китайский марафон на другом конце света. В других климатических, прочих, да даже кулинарных условиях. И это пройдено все с одним единственным поражением вот от этой команды, которая сейчас повержена в главном матче турнира. Ура! 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 Забей! Забей! Да забей! Не попал!
слова излишни. Смотрите, слушайте. Мы чемпионы. Итак, церемония награждения, бронзовый призер, поверженный России блистательным по накалу и качеству игры в полуфинале, норвежская сборная, олимпийский чемпион, действующий олимпийский чемпион, действующий чемпион Европы, который имеет в себе силы и мужество спортивное радоваться бронзовым наградам чемпионата мира. Блистательные мастера в составе этой сборной, познавшие вкус больших побед, между прочим, 10 олимпийских чемпионок в этом составе. И сейчас им будут вручены бронзовые награды. Елена Дмитриева, вы видите, уже начинает хулиганить около подиума, фотографируя одну из главных звезд этого чемпионата, Татьяну Хмурову. Это все за кадром. Это все за кадром, а в кадре норвежки с бронзовыми медалями чемпионата Европы. Кари Олвик Гримсби, Тина Станге, Ида Альста, Анди Локи, Тони Ноствольд, Каролин Дюре-Брейва, Кристин Лунде Боргерсен, Кари Мэтта Йоханссон, Тереза Педерсен, Марит Мальмфрафьорд, Тони Ларсен, Катрин Лунде Харальдсен, Лин Кристин Ригельхют, Сири Сеглем, Аня Эдин, Камилла Херем. Бронзовые призеры чемпионата мира. Да, наверное, сейчас там кусают локоточки те из девчонок, кто забыл просто по растерянности, по рассеянности фотоаппарат. Фотоаппарат в раздевалке, они там вовсю куражатся, они там вовсю фотографируются. Главный приз за третье место на чемпионате мира по гандболу в руках Кристин Лунде Боргерсен. А теперь время для финалисток и серебряных призерок чемпионата мира для трехцветных, для команды Франции. Команды очень молодой и многообещающей, которая сделала очень многое, если не все, что могла на этом чемпионате мира, добившись места в финале. Да, слишком долго занимает объявление официальных лиц. Некоторые даже фальстарт уже наблюдается в исполнении француженок.
рвутся они на пьедестал. Их позиция сегодня вторая. Итак, команда Франции. Действительно, очень большой успех. Очень хороший результат для совсем-совсем молодой команды Оливье Крумхольца. Амандин Лейно, Клеопатра Дарлё, Амели Гуджо, Камиль Эглон, Алисон Пино, Клодин Менди, Поль Будуан, Сераба Дембеле, Одри Деруан, Рафаэль Тервель, Марион Лималь, Кати Пьежо, Марьяма Синьяте, Блондин Дансет и главный тренер Оливье Крумхольц. Серебряные призеры чемпионата мира. Единственный чемпион мира 2003 года Рафаэль Тервель добавляет к своей коллекции наград серебро чемпионата мира. Ну а для всех других, совсем еще молодых, еще раз повторюсь, девушек команды Франции в большинстве своем, это первая большая награда. Амандин Лейно 23 года, Клеопатра Дарлё 20, Алисон Пино 20, Клодин Менди 19, Одри Деруан 20, Блондин Дансет 19, Марион Лималь 22. Это команда на вырост. И вот увидите. И у них еще победы будут. Плачет, плачет Клеопатра Дарлё. Эта молоденькая француженка сделала от себя, наверное, все, что могла. Все, что было ей позволено, чтобы не проиграть этот финал. Но Россия была сильнее. Здесь и сейчас Россия была сильнее на 3 мяча. 25-22. Что это? Что это, спрашивает Одри Деруан? Видимо, там какой-то символ на медалях. Я, честно говоря, их не видел. Спрашивает, а что там нарисовано? Ну и всем коровок дарят, да, символы. Стелла, это для тебя, для всей моей семьи, для Рисли Муйно, для Мьюз и для Шатне Малабри. Это все для моей семьи, это все для моей команды Исили Мулино. В общем, такие простые человеческие банальности в камеру на весь мир. И приз для капитана французской команды Рафаэль Тервель. Серебряный призер чемпионата мира. Ну и теперь. Вставай, Россия. Близко. Близко уже. Россия! Чемпион! И теперь можно смеяться до упада. Можно смеяться до самого Нового года, не замечая ничего и никого. Просто мы лучшие в мире. И президент Международной гандбольной федерации доктор Хасан Мустафа выходит для награждения чемпионок мира. Трехкратный чемпион мира Инна Суслина. Трехкратный чемпион мира Людмила Паснова. Впервые чемпион мира Татьяна Дронина. Подожди! Двукратный чемпион мира Елена Дмитриева. Двукратный чемпион мира Ольга Левина. Впервые чемпион мира Марина Ярцева. Впервые чемпион мира Ксения Макеева. А вот он, видите, знает русское спасибо, этот доктор Хасан Мустафа. Майя Петрова. Впервые чемпион мира. Анна Седойкина. Впервые чемпион мира. Екатерина Андрюшина. Дважды чемпион мира. Надежда Муравьева. Трехкратный чемпион мира.
Екатерина Веткова примеряет на себя впервые медаль чемпиона мира. И, конечно же, Вика Жилинскайте делает это тоже впервые. Свои-то 20 годков. Оксана Королева, чемпион мира впервые тоже. Эмилия Турей, трехкратный чемпион мира 2005, 2007, 2009. Под заказ. И, наконец, Татьяна Хмырова. Человек, открывший себя миру, заставивший себя запомнить и даже полюбить иностранных болельщиков, иностранных журналистов, полюбить собственную игру. Татьяна Хмырова, 19 лет, чемпион мира. Вячеслав Кириленко, чемпион мира, ассистент главного тренера. Евгений Мельник, чемпион мира, доктор, врач команды. И главный приз чемпионата мира из рук президента Мировой Федерации гандбола. Гимн России. Поднимаем им весь стадион послушать наш гимн. Ladies and gentlemen, the medalists. 请坐下. Thank you. Please. Чемпионат мира по гандболу завершается золотым триумфом российской сборной. Я своих коллег Бастанкина призываю остаться на трансляции как можно дольше, насколько это возможно. А я, Артем Шмельков, комментатор, прощаюсь с вами. До будущих побед на гандболе. Как всегда, вместе с вами на гандболе. Всей душой на гандболе. Счастливо. Не поминайте лихо.